Всем привет, ребята, с вами Пукстыми, и сегодня мы будем играть Stick War. Ну и перед началом не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Вам не трудно, а мне приятно. Заранее спасибо. Но мы начинаем. Так, мы будем играть в классический режим, потому что другие у нас не разблокированы. Давайте мы начнем с обычного. Так, поехали. Пропускаем. Нам это не нужно. Наверное, многие уже играли в эту игру. Она очень прикольная. Война начинается. Луч на стрелы, говорят, что их луки пронзают так точно, что враги падают без шансов подняться. Так. Обучение. Да, я знаю, как... Я примерно играл раньше. Поэтому я чуть-чуть знаю про эту игру. Коснитесь шахтер, чтобы управлять им. Легко. Давайте, добываем, ребята. Я каменщик, работаю 3 дня без зарплаты. Все, дальше пусть сам работает. Двух. Ладно, двух давайте. Опа. Теперь я могу бить. Идемте в атаку. Ну, я же говорю, в атаку. Атак. А? В атаку. Атака. Погнали. Ё-моё, кто вам в атаку сказал идти? Кто этот человек? Кто такой безумный человек сказал вам в атаку идти? Странный вообще. Обучите армию спокойнее. Найн. Нам нужно больше, добывать железо, добывай, еще мне надо. Что вы так медленно копаете? Опа. Бам делаем. Опа, что там? Лучники, а у меня нет лучников. Сейчас самое главное, как по мне, это больше золота. Да, чтобы развивать свою стратегию, надо больше золота поиметь. А чтобы поиметь больше золота, вам нужны хорошие противники. Поэтому я выбираю стратегии для людей. Нет. Так, ребята. У нас... у нас 2 только этих. Сейчас еще нам добывают. Да, я буду большим магнатом, у которого будет много денежек. Много денежек. И много охраны, потому что буду богатым. Еще больше, да, надо? Еще. И еще. Что это, Макс? У них лучник. Мы сейчас легко можем одолеть, наверное. Так. Бом-бом-бом. 1, 2. Все, сейчас еще поднакопим немножко и поехали. Бам. Это очень сейчас быстро золото идет у нас. У нас еще 3 на подходе. Чувачка. Все, имба сейчас. Все добывают. Все трудятся. Все работают. Куда? Мальчик с пальчик, куда мы идем? Боже, куда мы лезем? Боже, что мы творим? Атака, конечно. Боже, не, ноу. Добываем золотишко. Все, атака. Пока что вы добываете. Все, до свидания. Ломаем базу. Куда ты лезешь? Мальчик, да, все. Бам. Быстрее, внимание, враг. Подкрепление. Что за подкрепление? Не. Убегаем, ребята. Ребята, убегаем, а нет, нападаем. Чтоб жизнь маленькая не казалась. Все, изи. Теперь мы просто ломаем башенку. Уху! И еще под конец очень много их покупаем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Имба. А кого мы открываем? Что мы открываем? Лучников. Имба. Что это? Понятно. Уф. Давайте улучшить так и улучшить так. Все, готово. Думаю, имба стратегия. Не.
играть. Ребят, погнали, погнали, погнали! Засада, ваша армия была атакована. Надо прочитать. У нас немного времени готово. Хорошо, все будет сделано. Используй. Хорошо. Все будет имба сделано. Вы не бойтесь. Быстрее, ребята! О нет, похоже на потеряние. Началось! Какой? Какой? Какой, ребята? С ума сошли, что ли? У меня детей, людей нету. Так много. Огонь, огонь. Это фейнфайр, огонь по своим. Наносите огонь. Ну что вы как неживые? Мы, походу, проиграли, нет? О, третий наконец-то вышел. Все, имба, 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 обратно. Ребята, нам нужно больше золота, нам нужно больше стратегии. Этим я помогу. У-у-у, какой я имба-стрелок. Так. А, не умею я, как понял, я стрелять. И бам! Что, нет? Идут. Идут, ребятки. Идут. Идут. Получай. Влобешник, влобешник, стреляй, стреляй. Стреляй, рутина, рутина, как выйти отсюда? Так, все, получайте. Так, сейчас мы еще немножко подзарядимся и уже будем готовы сами. Все, давайте, мы сами уже все сможем. Нас уже много, мы уже продвинутая технология. У нас очень много людей, поэтому легко, сейчас, на изи, час, носите. Подготовить луки, давайте. Луки, стрелять, огонь, огонь. Нам нужно больше огня. Залпового огня, бам, 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 налетели, все. Имба, я тоже уже помогаю. Все, работайте, ребята. Имба, я тут буду стоять, чтобы просто знать, кто как идет, где как идет. И сколько идет. Так, у нас очень много золота. Ребята, все, подкрепление там должно уже подойти. Что ты? Что ты так? Не бойся, я не укушу. На! На! Тактика крысы будем так ее использовать. Быстрее, я задерживаю. Давайте, ребята, не поднажмите. Все, меня убили. Ребята, все, в атаку. Полнейшая атака. Да. Все, на базу. Не надо нам больших потерь. Так, ну я хочу вот за этого чувачка сыграть. Имба, сколько их? Сколько их? Лучники, стрелы, давайте. Контрим, контрим. Контрим, контрим их. Давайте. Ребята, я верю в вас. Мы самая продвинутая технология. Самая продвинутая раса людей. Давайте. Ну, что ты тут? Ура, мы победили! Уху! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа, сразу улучшаем его. Это сразу, чтоб готово все было, готово. Все, не надо нам ничего играть. Дальше. Яруми говорят, что их мечи настолько острые, что отрезают, конечно, видом. Их? Извиняюсь, их? Они ж меня снесут за полудара. Нет, из... Уф. Уф, у них уже два. У нас только первый побежал. И то я сейчас буду. Это все, это я. Надо доставать их по максимуму. Чтоб, не, чтоб как можно медленнее они выходили. Их двое уже. Опа. Нет, нет, куда я полез? Зря я туда полез просто. Ну, давайте, иди сюда. Ой, как ты имба прицел. На, имба. Нет. Что? Давай, иди сюда. Не боюсь. Боюсь. Не боюсь, сюда иди. Нет, я боюсь чуть-чуть. Ну, я не боюсь, но я боюсь. Так, третий выбегает. Не подошел все-таки. Короче, на базу возвращаемся.
Нам нужны лучники, мне кажется. Их уже трое. Лучники нужны, 100%. У них золото же еще, да? Значит, не надо много этих строителей, которые добывают золото. Опа, лучник сейчас появится у нас. Ух, ух, их уже четверо. Это много очень. И куда? Куда мы лезем? Не, надо нападать сразу. Мы, чтобы вынести их, должны напасть. Нет, все, дальше уже не надо нам. Дальше отступаем. Да, они тоже отступают. Но мы друг друга боимся. Смотрите, сколько их полегло, и один наш. Так, ребята, эта война длится очень долго. На этой войне нету слабых, нету сильных. На этой войне все одинаковы. Но мы имеем превосходство. Потому что нас больше. Да, это единственное, в чем мы лучше. А так у них мечи острее. У нас дубинки с гвоздями, а у них мечи заостренные. Сейчас я пойду проверю, сейчас имба. Проверяю и все, и всех разношу. Это что? Это как контрить? Их контрить нельзя, ребят. Куда ты лезешь? Боже, куда мы лезем? Куда ты лезешь? Тут добывай. Все, и добывай. Куда ты лезешь? Не пойму. Ну ладно. Ладно. Один идет, надо всем идти. Это правило. Ох ты ж, сколько их. Они отступают, имба, все. Сейчас мы их вынесем, башню. Ну все, башни. Хана башни. Изи. Вызвал подкрепление. Ну и что нам это подкрепление? Беги! Просто анчоус! Что ты за анчоус? Беги! Беги! Ё-моё. Держим оборонительные позиции. Не отступаем. Все умеренно. Мы готовы, мы выиграем, да, ребята? Это все заключительное, это все относительно. В атаку. Нет у нас больше варианта. Куда он идет? Ну вот этот челик, куда он идет? Куда он лезет? Ребятки, все, выносим сейчас по-бырому. Где они? Ну куда? Почему не идете? Подмога нужна. Трое справляются или как? Откуда у него столько золота? Откуда их ведут? Алло, их мало людей же. По идее вообще. И у них мало рудников. И мало людей, которые добывают. Все, имба, снесли. Пока что все легко. Пока что. Имба, справляемся. Продолжаем, естественно. И что мы разблокировали? Давайте Спартака этого. Да-да. Да-да. Ну, давайте, естественно. Улучшить это. И улучшить это. Все, готово. У нас больше ни на что не хватит. Готово. Играть. Погнали, ребята. Ну, понятно. И да, и против них мы сражаемся. Как всегда, ребята. Вот везде нормально, нормально. А против нас они. Давайте, добываем быстрее. Опа, опа. Я уже сам рабочий. Рабочая сила нужна. Не хватает денег для нормальной рабочей силы. Сам работаю. Не занес, все занес. Опа. Прокачиваем. И сами играем уже. Так, еще этого одного. Нам нужно больше. Больше, еще раз больше. Все, мне надоело работать. У них уже один стоит. Один, конечно, это мало, но они очень сильные. А чтобы их контрить, нам нужен лучник. Да, лучник их контрит жестко. Сейчас. Смотрите. И с помощью лучника мы контрить это будем. Опа. Все. А теперь мы бежим. И смотрите. Просто имба. Овер момент.
Бам. Бам. А, к ним еще один идет. Бам. 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 Ну, давай, может, убью. Все понятно. Ребята, я не виноват, честное слово. Они сами напали почему-то. Я вообще не при делах, понимаете? Вот что я? Я вообще стоял на месте, не трогал их. Уф-уф-уф. Не, домой, домой, домой. Ребята, домой. Это надо домой идти. Все, прокачиваемся по максимуму. Имба, имба, имба. Все, прокачиваемся. У нас очень много уже этих людей. У них сколько? Уже трое? Понятно. Лучников надо больше. Чтобы они как только подходили эти, их сразу уже лучники убивали. Так. Ну, раз лучник. Поехал, домой, давай. Как только нападут, чтобы сразу огонь был там, поддерживали. Ну куда ты идешь, боже? Тебе жизнь ли, не нужна, что ли? Я тебя не понимаю. Отжимается пацанчик. Реально, они тебя там убьют. Вот тут подобывай спокойненько. Все сделай. Потом иди домой, спи. Там тебя жена, дети ждут. Нет, ты лезешь куда-то. Это война. Так. У нас солдаты готовы. Лучники еще нужны. Еще лучники нужны. Чтоб прям законтрить. Ну куда ты лезешь? Превосходят про. Я, конечно, это понимаю, что превосходят. Все, я за обычного шахтера буду. Ну куда вы уходите? Ну боитесь, ну понятно. Я буду тоже башню рушить. Киркой. Подкреп. Ё-моё, их там! Рушим, ребята! Подкрепление ждем! Все, уходить надо. Уходить, ребята. Я ни на что не намекаю, но наши силы там проигрывают. Ну, прям заметно проигрывают. Ну, ладно, я порушу пока что башенку. Так. Все, убегаем. Убегаем. Ну, не так прям, ну, вот так убегаем. Все, подготовить, пока мы бежим. Пока мы бежим, вы должны подготовить уже силы. Да, стреляйте. Огонь, огонь, еще раз огонь. Нам нужно еще сильнее. Уйди от нас. Я тебе киркой буду бить. Я понимаю, я особого помощи не приношу. Но я стараюсь. Получай. Уходите. Уходите. Я вас не боюсь. Все, в атаку. Полная атака. Нам нужно полностью атаковать. Чтобы были хотя бы какие-то надежды. Золото для нас уже не важно. Атака. Стреляйте по башням. Все. Имба, вынесли. Уху! Мы победили. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Имба. Ребята. Имба, имба. О, нам этого дали теперь. Естественно, мы его прокачиваем. Улучшить, улучшить. Готово. Все, имба сейчас всех снесем. Готово. Но снести мы всех будем только в следующей серии. А на этом серия заканчивается. Не забудьте подписываться на канал, ставить лайки. А пока. Пока-пока.